Согласно исследованиям российских экологов, Чита попала в список городов с наибольшей степенью загрязнения воздуха. Забайкальские экологи выделяют в регионе три города с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, и Чита занимает первую позицию. На втором месте город Петров-Забайкальск и третью Краснокаменска. Если выделить наиболее вредные компоненты воздуха, которым мы дышим, то получится, что формальдегид в 4,7 раза превышает предельно допустимые концентрации, бензопирен в 3,9 раза, пыль в 2 раза. Анализ загрязненности атмосферного воздуха по сезонам показывает, что наиболее высокие уровни концентрации загрязняющих веществ постоянно отмечаются в осенне-зимний период. И тому есть вполне объяснимые причины. Город Чита, он расположен в котловине, окружен горами, и поэтому создаются условия слабого рассеивания загрязненного воздуха. Кроме того, у нас длинный отопительный период, в зимний период у нас ветра, как правило, отсутствуют или очень слабые, создается штилевая погода, обстановка, и загрязненные вещества в атмосфере, они не рассеиваются. Крупной промышленности в Забайкалье нет. В основном воздух загрязняется предприятиями топливно-энергетического комплекса. Более половины вредных веществ воздух поступает от предприятий по производству и распределению электроэнергии. Это ТЭЦ, котельный и частный сектор с печным отоплением. Почти 14% выбросов происходит при добыче топливных ископаемых. На равных загрязняет воздух предприятия по добыче полезных ископаемых, а также транспорт и связь. Показатели загрязненности воздуха от выхлопных газов транспортных средств ежегодно растут и на 2012 год составили 53% от объема всех выбросов. Выход экологи видят во внедрении новых технологий по очистке выбросов в атмосферу, а также в улучшении качества горюче-смазочных материалов, поступающих в регион, и в переходе на современные экологически чистые сорта КСМ.